вообще жутко и заброшено. Это книжка с обрядами. Можно вызвать чеширского кота. Посмотрите. Это за себя. Что? У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Кто вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Влада 4, Глен. Приехали в заброшенный детский лагерь. Очень странные вещи. Отсюда уехали все люди. Мы хотим разобраться, что за мистика и жуть здесь происходит. Утащит нас в какую-нибудь пещеру. Я вас умоляю, какая мистика? Сразу все люди поразъезжались, раздули из мухи слона. Чтобы тебя утащить, нужно такую силу иметь. Постараемся найти настоящую правду. Что же здесь произошло? Пацаны, стрёмно. Да будет весело пищать. Сегодня же 30-е. Это непростая дата. Это день, в который души умерших спускаются на землю. Это чистая правда. Вы можете загуглить. Вальпургиева ночь. Только сегодня. Пойдем уже. Гораздо проще. Лагерь закрылся, потому что просто разорился. На детях невозможно разориться. Рук мистики. Выглядит это все вообще жутко и заброшено. Все еще такое целенькое. Комната. Да любил в детстве в лагеря ездить. И даже вожатым был. Было бы прикольно, если бы мы были вожатыми в каком-то лагере. Хотите бросаться камнями? Бросайтесь камнями. Идем дальше. Блин. Вау! Шесть. Жуткие рисунки для детского лагеря. Так. Окно заколочено. С замком. А себе апартаменты. Пацаны, мне как-то жутко. Че это дневник? Это книжка с обрядами. Чтобы вызвать разных мифических персонажей. Извините, духи, извините. Очень сожалеем. Тут написано «Пиковая дама». А вдруг вся дичь происходит именно из-за нее? В детстве говорили, ни в коем случае не вызывай пиковую даму. И вообще напишите в комменты, бывали ли вы в лагерях. Мне кажется, что Кобяков отчасти прав. Предлагаю ее вызвать, узнать, что здесь произошло. Предложим ей в другой лагерь переехать. Как ее правильно вызывать? Реально, тут вырваны страницы. Кефир в тарелку и поставить в угол комнаты. Придет кот и опьянеет. Можно вызвать чеширского кота. О, конфетный король, давайте вызовем его. Но он же конфеты должен принести нам. Добрый, наверное. Узнаем, что как обстановка. Он же король, должен быть в курсе всего. Саживаемся и слушайте внимательно. Повтори. Конфетный король, приди и сладости принеси. Уничтожить все сладости, а фантики разбросать по полу. У меня ничего с собой нет. Давай не гони, Кобяков, доставай. У тебя что-то есть? Доставай. Так, печенье. Конфеты нужно уничтожить путем съедания. Это моя норма. Мы поможем? Нет. Все. Так, нужно очень-очень много печенья насыпать на пол. Давай. Ну все, пацаны, последнее. Теперь беремся за печенье. Ой, крошек от печенья. Шаг спрятаться в укромное место. И возвращаемся в самое начало. Готовы? Да. Погнали! Конфетный король, приди и сладости принеси! О, кровавую Мэри зовут, домовых зовут, а меня никто не зовет. Он что, реально существует? Ребенок, который все это съел, довольно упитанный. Привет, ребята! Это вы меня вызвали? Да. Конечно, ребят! А у вас как раз есть любитель конфет. Есть что-то, что может меня заинтересовать? Ну вообще мы хотели спросить, как вызвать пиковую даму. Хотите вызвать пиковую даму? Сумасшедшая женщина. Мы готовы рискнуть. Подскажите, как нам с ней связаться? Я знаю, кто вам может в этом помочь. Гномик. Ты чё радуешься? Круто же! Ну это же маты, он будет ругаться. Как нам ролик снимать? Да все нормально, замажем. После употребления конфет всегда чистите зубки. Это, извините, но мы про гномика матного говорили. Он же всегда в курсе всех событий. Да, ребят, он вам поможет. И ритуал он точно знает. Так ничего, может подскажете, как вызвать? Ну конечно, любит сладкое. Я же конфетный король. Чамбра! Давайте. Для того, чтобы матный гномик пришел, выложить дорожку из конфет и 3 раза произнести: матный гномик, приди. Матный гномик, приди. Еще кое-что есть. Выложить матное слово из 3 букв. Мне пора на производство новых конфет. Всего хорошего. Теперь верю. Так, вызвать матного гномика. Реально гномик? Или это миф? Коридор.
Так, и прямо к слову из трех букв. Сделали! Какой кошмар. Ну чё, по кроватям? Три раза матный гномик приди. Погнали! Матный гномик приди! Ой-ой-ой! Куда ты взял? Да ты пороги! Испачкался! Здравствуйте! Можно, пожалуйста, поменьше ругаться? Конечно, нет! Когда меня вызывать? Вообще-то в отпуске, а вы меня вызвали! Какого? Точно забанит! Учите его хорошим манерам и русскому языку! Вырежу! Ладно! Давайте учись! Спасибо! Пожалуйста! Лучше идите! Блин! Ладно, давайте попробуем поучиться на практике! Ударились мизинчиком! Какая досада! Вот так себя надо вести. А, какой же ты... Проводи ты пропадом, деревяшка тупая, ладно, тяжелая. Стоп. Тяжелый случай. Кстати, а как вас зовут? Ищем пиковую даму и хотим ее вызвать. Знает, скелет Вася. Скелет Вася? Для обряда. Вот. Так. А, вы, три, предложите что-то взамен. Точно понравится. Вау. Клевая пушка. Свечку. Есть! Матными словами стены списать. Я что, зря появился? Он меньше ругаться стал. Ага. Обряд по призыву скелета Василия. Нам нужен большой шкаф. Комната вожатого. Так, шкаф есть. Ну, подходящий. Встань на кровати вверх ногами. Дальше-то что делать будем? Ну, прочитаю. 10 раз нужно крикнуть: скелет Вася, появись. 1, 2, 3. Скелет Вася, появись. Скелет Вася, появись. Вася, появись. Здорово. В том чертовом шкафу. Здрасте вам. Чем? Я, значит, был вожатым. И я вырвал у них последнюю страницу с пиковой дамой, чтобы они не вызывали ее. Там в лагере стало твориться черт пойми что. Вы были тут вожатым, когда здесь еще были дети? Теперь нужно решить, кто из вас займет мое место. Кто-то из нас стал скелетом. Вы что, не читали мелкий шрифт тетрадки? Секрет. Но тот, кто вызвал скелета, должен занять его место в шкафу. Если не выиграет в его игре, вот... Зачем нам эти игры? Давай Кобякова просто отправим. Давайте играть. Какой ты молодец. Играть в мою любимую игру. Мой высокий карточный домик. Это же изи. Что там строить? Отобрал у детей все карты. Построил самый высокий карточный домик. 5 этажей. Вам нужно построить выше. Ну попробуйте, такие смешные. Кажется, этого местечка должно хватить для 3-4 этажей. А ты чё, тут будешь? Конечно, я буду за всем наблюдать. Так вы собираетесь меня побеждать? Видишь, не падает. С пиковой дамой виделся когда-нибудь? Конечно, виделся. Ненавижу я. Кобяков. У вас остался час. В смысле? Полчаса уже прошло, у вас остался час. Ну что, вы развлекаетесь, а я пойду. Блин, вот он неприятный. Погнали, погнали, ускоряемся. Или Кобяков отправится в шкаф. Время вышло. 6-й этаж. У вас получилось собрать 6 этажей. Мы и не такое творили. В курсе, в курсе. Я вижу, что вы меня победили. Да вы победили, и никого с собой я не заберу. Пиковую даму ищем, инструкцию можно? Я дам только самому дружному отряду. Просто посмотри. Ну ладно, давайте проверим. Отряд А4. Наш девиз: бумага, а бумага — это деньги. Отдам страницу, но будьте аккуратны. Не хватает последнего элемента. Дама, пик. Клевый дед. Так, ну что там? О, пацаны, нашел, иди сюда. Давайте. Должна быть полная темнота. Стремно. Может, не будем. Ага. Только свеча может давать свет. Жутковато. Ребята, отбросить нюни. Пиковой дамы, проведем переговоры, спасем мир. Зажгите свечу и положите перед зеркалом карту. Рисуйте на зеркале лестницу 13 ступеней. Какой? Это все нужно делать красной помадой. Еще нет с собой красной помады. Я знал, что мы поедем в заброшенный лагерь и захватил с собой красную помаду. 12, 13 и 2. Страшно стало? Ух, что там дальше? Последнее. Произнесите 3 раза. Пиковая дама, приди. Так, набираемся смелости. Это кто? Чё, прикалываешься? Пиковая дама, приди! Вы слышали? Да. С таким настроением? Как можно переговоры начинать? Она поймет, что мы трус. А мы не трусы? Конечно нет. Идем навстречу. Посмотрите. Как ты за себя? Что? Мы вызвали пиковую даму! Сколько детей она погубила! С плохим концом! Зачем? Мой блокнот! Есть инструкция, как ее изгнать! Опять вы? Так, тихо! Не спали меня! Тихо! Она идет! Ёлки-палки! Заброшенная комната. Старый актовый зал. Пацаны подставили. Другого выбора нет.
Кто меня опять вызвал? Даже косточки не оставлю. Все, костлявый, пока. Все, вай. Леша, сюда вожатым. Ага, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Где же вы все спрятались? Ключи от 13-го кабинета. Прятаться и закрыться изнутри. Я в 13-й комнате. Дневник у нее. Что нового? Тут должно быть что-то. Чтобы навсегда выгнать пиковую даму, нужно разбить зеркало. Все закрыто. Я в 13-й комнате. Беги туда. Кобяков, иди сюда. Кобяков, она тебя видела. Ой, все, открывай, открывай, ходи. Ну что, доигрались? Эй, стоп! Стоп! Вы что, взрослые? Я вообще не разглядела. Вы блогеры? Да. Вы мне поможете? Меня каждый день вызывают дети, я уже так устала. Давайте вы на своем канале расскажете, что я вся такая страшная. Они меня перестанут вызывать, и я буду отдыхать. Лагерь этот заброшен не из-за вас? Из-за меня? Интернет сюда плохо долетает, и дети просто не хотят сюда ехать. Отпустите меня уже домой, а. Все, до свидания. До свидания, ребята. И вы меня, ребятки, будете вызывать. Пока-пока! Мы раскрыли тайну этого лагеря! Обалдеть, вот это приключение! Пишите в комменты, хотите ли вы еще мистических видосов! Всем пока!